Здравствуйте, перед вами автомат, дозирующий перистальтический, модель МДП-200Л, оснащенный линейным транспортером и двумя дисковыми скалами, полностью изготовлен из нержавеющей стали, что соответствует всем стандартам GMP. Все настройки и регулировки находятся на панели оператора, но об этом чуть позже, давайте для начала начнем и разольем жидкость его флакона. Как вы видите, датчики не дают машине среагировать, пока не зайдет туда все 4 флакона. Итак, давайте теперь переместимся и рассмотрим подробнее меню. На стартовом дисплее мы видим, что система у нас выключена и имеем кнопки «Пуск» и «Стоп». Также есть дополнительные две кнопки для настроек. Первое – это ручной режим, где мы можем попробовать каждую отдельно. Это первый кнопку «Стоп» включить и выключить этот транспортер ТДМ. Давайте посмотрим. Переходим в наладочный режим и пробуем включить первый поворотный стол. Он у нас включается. Также можно включить транспортер отдельно, второй стол отдельно, проверить работу сорта розлива и отсекать. Выключаем наладочный режим, только нужно сорта выключить обратно. Второе меню. Это настройка насосов, а именно, то есть насос номер один. Здесь мы можем регулировать тип дозирующих головок, выбирать стандарты различные, тип шланга, тоже различные, режим насоса. Также здесь настраивается объем дозы, время дозировки. Существует также калибровка насоса на каждом насосе по отдельности, производится при помощи небольших действий. Вводим желаемое показание, какое должно налиться. И вторая шкала, вводим фактическое показание, что у нас получилось. Таким образом производится калибровка насоса. Аналогично все остальные 4. Также есть дополнительные настройки, где мы можем настроить скорость всех движущихся столов и транспортера. В этом меню настраиваются временные промежутки всех отсекателей и всех датчиков. Ну, на этом, впрочем, все. Спасибо вам большое за внимание. Всего доброго и до свидания.